На канале RTN программа «Американский акцент», в студии Артем Андросов. Здравствуйте. Ураган Ида обрушился на Луизиану, и большая часть штата осталась без электричества. Он вошел на материковую часть как шторм четвертой категории со скоростью ветра 150 миль в час. Это почти 240 километров. Ида почти достиг пятой категории, которая начинается со скоростью от 157 миль в час. Местные журналисты утверждают, что после выхода на сушу ураган удерживал четвертую категорию в течение 6 часов. С тех пор он ослаб до тропического шторма. Всего в статусе урагана Ида провел 16 часов на суше. В выходные многие люди успели эвакуироваться и сейчас возвращаются в свои дома, если, конечно, есть куда возвращаться. Дом 70-летнего Теофилуса Чарльза изолировало затоплениями и занесло мусором. И подобных ситуаций очень много. Я родился здесь, и здесь мы пережили сильнейшие ураганы. Так что я полагал, что останусь дома и переживу, но я не смог. Все просто начало разваливаться, вещи улетали прочь. У меня в доме нет сухого места. Упала крыша. Я потерял всю одежду, мою мебель, мою технику, все. Прямо сейчас у меня нет ничего, разве что рюкзак с несколькими вещами на случай, если мне придется куда-то уехать. Но я не знаю куда, поэтому просто останусь здесь. Как минимум 4 человека погибли в Луизиане в результате шторма, и ожидается больше смертельных случаев, сообщил губернатор Джон Эдвардс, поскольку многие территории еще не исследованы после урагана. Практически ни у кого в штате нет электричества, и многие системы водоснабжения также отключены. Служба экстренной помощи 911 недоступна в Новом Орлеане, а энергетическая компания там сообщила, что клиенты в наиболее пострадавших регионах могут оставаться без электроэнергии несколько недель. Прошлая ночь была суровой. Мы увидели, как вода медленно поступает из-под двери. Я мыла шваброй, но становилось все хуже, пока вода не достигла лодыжек, колен, а потом уровня груди. Поэтому мы поставили собак на стол, а потом перебрались все на чердак. Я думаю, что ущерб катастрофический. Это худшее из того, что я видел за 20 лет, хотя я видел несколько ураганов. У нас было много воды, дожди, наводнения, но этот шторм принес значительный ущерб. Это намного хуже, чем мы ожидали. Ко мне по видеосвязи присоединяется Елена Линецкая, блогер из Нью-Йорка. Елена, добрый вечер. Добрый вечер. Да, у вас в Нью-Йорке вечер, я нахожусь в рабочей поездке на Аляске, у меня здесь день, поэтому у нас такая небольшая разница, и мы с вами в записи, не из студии. Но хотел бы я поговорить по поводу последнего урагана, который был в Нью-Йорке. Вообще, расскажите, что было, вот что вы видели, был ли он настолько жестокий, непримиримый, как показывали нам СМИ? Вы знаете, очень интересно, ведь Нью-Йорк же большой город, и поэтому в разных частях города он ощущался совершенно по-разному. Во-первых, это был не столько ураган, это было сколько остатки урагана Ида, потому что ветра практически не было. Было очень много дождей. И опять же, очень интересно, количество дождей в разных частях Нью-Йорка очень сильно разнилось. Обычно у нас все попадает на Лонг-Айленд. В этот раз как раз Лонг-Айленд это миновало, и основная часть прошла его по Квинсу, по Бронксу и по самому городу, по Манхэттену. Например, у нас в Бруклине на южной части осадка выпала в 3 раза меньше, чем в Центральном парке, где вообще побиты рекорды за все многолетние измерения. Именно количеством осадков объясняется именно ураганная проблема. Количеством осадков и полностью неготовностью города к любым проблемам. Вот здесь, кстати, я бы хотел сразу остановиться, потому что на самом деле такой очень важный вопрос о готовности. Мы постоянно, каждый год мы говорим про ураганы. Да? Когда проходил ураган Ида, все крупные средства массовой информации вспоминали Катрину, которой исполняется 16 лет в этом году. И в прошлом году очень, очень мало людей вспомнили, но ровно в этот же самый день был ураган Лаура, который тоже вышел в Новом Орлеане на побережье. То есть 3 урагана в один и тот же день в разные годы. И вот здесь у меня вопрос, почему так получается, что мы знаем, что эти ураганы придут, мы знаем их разрушительные последствия, зачастую мы заранее, хорошо заранее знаем.
Почему же города не готовятся? Я не говорю только про Новый Орлеан сейчас, но и про Нью-Йорк, конечно же. Вы понимаете, это, скажем так, проблемы большой администрации. Хотели как лучше, получилось как всегда. Зима пришла неожиданно. Ах, 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 у нас осень и ураган. Осень и ураганы на восточном побережье бывали всегда. И буду достаточно долго, как я понимаю, тем более несколько разбалансирована у нас атмосфера, и поэтому ураганы становятся чаще, и они становятся более разрушительными. И выводы делаются одни. Вот к следующему разу мы обязательно подготовимся лучше. Вот в следующий раз мы сделаем то-то или то-то. Вот могу сказать, что когда в Нью-Йорке был ураган Сэнди, после этого единственные реальные действия, которые были введены, это дополнительная страховка на наводнение в тех районах, в которых раньше этого не было. Больше никаких реальных физических действий заметно не было. То есть страховка для людей, которые там же и живут. Когда? Дело в том, что обычная страховка. До каждого дома имеется страховка. Я купила дом, и должна обязательно покупать страховку. Страховка на машину. Но эта страховка покрывает отнюдь не все. Вот, например, потоп, который от урагана, она не покрывает. То есть, это получается, что на людей повесили как бы ответственность за ураган, да? То есть люди должны платить еще экстра за страховку. Типа. Тогда, когда был Сэнди, была введена специальная дополнительная страховка ФИМА, которая покрыла часть, частично покрыла, это я хорошо знаю, потому что мой дом попал в зону затопления, у меня было 1,5 фута воды в жилых комнатах, а подвал затопило целиком. И пришлось срезать стены, потому что там была плесень, и, в общем, много чего пришлось сделать, и мы со страховками развлекали. У нас не было раньше страховки от затопления, потому что просто покупаешь страховку, ту, которая необходима. Наш район не входил в зону затопления, теперь он стал входить. Это единственные изменения, которые, собственно говоря, были сделаны. В этом году проблема основная оказалась именно в затоплении улиц, не готовой канализации, она не смогла справиться с этим количеством воды. Вот я еще хотел бы в продолжении страховок спросить. Я слышал, очень многие люди, когда был ураган Сэнди, после этого не получили выплаты от страховки. Были ли проблемы с этим, чтобы получить какие-то деньги? Нужно было вызвать аджастера, который должен был оценить проблемы. Нужно было записать список, занести в список все, что у вас пропало, все, что было. Мы получили страховку, но это было весьма-весьма и непросто. И могу точно сказать, что страховка не покрыла все. Покрыла достаточно успешно страховка на машину, потому что она была у нас просто... Мы лично купили очень хорошую страховку. Машина утонула, она была покрыта не выше крыши, но достаточно близко к крыше. И так как вода была соленая, то все электрические вещи там просто умерли, и машина была total loss. И наша страховка дала нам машину временно и заплатила за эту машину. Страховка с домом совершенно иная вещь, и, конечно, все расходы не были покрыты, потому что куча-куча мелочей, которые туда просто невозможно занести. Город занимался, была у города программа такая, Build It Back или что-то в этом роде. Я как раз видела, как это происходило, потому что дома на нашей улице подлежали этой программе, особенно платили люди, у которых просто не было денег и возможности самим отремонтировать. Но Build It Back они 5 лет строили. Строили дома 5 лет. То есть не то, что строили, они его ремонтировали, поднимали, целая история была. Вот здесь я еще хотел бы спросить у вас о том, как сами люди готовятся к урагану, да? Ведь мы постоянно говорим, да, власти там не подготовились, власти не вовремя среагировали, люди долго ждали, но это все после урагана. А вот до урагана власти всегда предупреждают. И, как правило, предупреждают, но я бы сказал, в последние годы заранее. Но вот вы же наблюдаете, как раньше готовились к урагану и как сейчас. Вот что вы скажете по этому поводу? Когда пришла РН за города Сэнди, была объявлена общая эвакуация. Мы в это время были в городе, мы не эвакуировались. Могу сказать, что когда у нас вышла из строя канализация, мой муж вместе с соседями схватил старые одеяла, которые у нас были старые пленки, и они просто закрыли, вот плотно упаковали эти люки, в которых поливалась вода, для того, чтобы наши дома не затапливало. После этого дела мы стали осмотреть, надо ли нам подвал изолировать, потому что помимо того, что когда в этих ураганах опасна не только вода, которая выливается, опасны подземные воды.
как раз в Нью-Джерси у очень многих залило не тот дождь, который лил, а когда очень много воды в земле, получается подземные воды, подвал бейсмент не изолирован, и вода просачивается вообще в щели и вообще это дело. Мы после урагана Сэнди, например, купили себе генератор электричества, который стоит у нас на всяком случае. У нас дом в низинке, и во дворе у нас скапливается вода, у нас две помпы. И каждый раз, когда дождь, мы смотрим, муж одевает резиновые сапоги, чтобы, не дай бог, их не пробило, высокие такие, идет и ставит этим помпы. Обычно мы ограничиваемся одной. В этот раз у нас было две помпы. Они выкачивали воду с двора на улицу. Ну, помимо всего прочего, есть у нас всякие НЗ-заборы, там свечи, фонарики, питьевая вода, между прочим, есть обязательно. Ну, совершенно понятный такой набор. У очень многих американцев ничего этого нет. Они не готовы ни психологически, ни с точки зрения предметов, которые имеются дома, к таким вещам. Вот не готовы. Но вот они и не готовятся. Но вот на мой взгляд, то есть я наблюдаю, когда люди, ну вот в ожидании урагана во Флориде, например, да, и если раньше, несколько лет назад, люди прям ожесточенно скупали там батарейки, не знаю, генераторы, туалетную бумагу, полотенца, да, воду, ну какие-то первые необходимости вещи, то сейчас как будто бы, ну вот всем все равно. Очень мало людей покупает, и вообще недостатка в этих товарах ну, практически никогда не бывает. Ну, конечно, я сильно сомневаюсь, что не покупают, потому что они же все купили, сделали запасы. Просто, вы знаете, еще очень часто бывает, когда вот этим летом было очень много угроз ураганов. Ой, идет. И мне кажется, что сам прогноз стал менее точным. И поэтому и количество, и сила ветра, и все остальное, они, скажем так, знаете, как есть такой анекдот про волки-волки, когда мальчик кричал много раз «волки-волки», просто людей пугал. А когда на него напали волки, на самом деле, никто и не пришел, подумал, что он кричит. Точно так же совсем кричат. Ураган, ураган, ураган. А на самом деле ничего этого нет. Ну, люди решили, ну и пусть покричат. Покричат и перестанут. Поэтому... Но вот в этом есть какая-то особенность с ковидом. Когда только ковид появился, мы все говорили, ой, коронавирус, все маски носили, все очень боялись. А потом... Все как-то почувствовали, что, ой, да говорим об этом много, а толку типа никакого. Там вот это, помните, задавали вопрос, а ты знаешь кого-то, кто действительно болел? Сначала вот это все было. Да, это очень похоже. Человек же психически он устает и привыкает к определенного рода ситуации. Эта определенного рода ситуация становится уже, как бы сказать, обыденным. Люди привыкают и считают, что да, как они говорят, новая нормальность. Это становится новой нормальностью, вот, я знаю, с ковидом и с масками, и уже маски все. Вот я ездила в метро, когда было вчера вечером, только вчера вечером я гуляла по городу, и в метро появились люди без масок, их мало, но появились люди без масок, а на улице ходят толпы уже в Нью-Йорке. Много народу на улицах, и разговоры перестали, и разговоры, люди говорят про ковид только по отношению к тому, что ах, какой ужас, теперь без прививки ресторан не пускают. Всех волнует именно вот эта ситуация, не с точки зрения заболеть, а с точки зрения, пустят его куда-то или не пустят. Люди, которые привыкли, скажем так, которые приехали в Штаты из России, у них был такой НЗ, неприкосновенный запас. И всегда мы жили с тем, что у нас есть так называемый неприкосновенный запас на тот случай, если что-то произойдет. Там был, предположим, спички, я не знаю, там была мука, там было что-то еще, фонарики, свечи какие-то. Вот у нас был такой запас, и все прекрасно знали, да, он существует. Здесь люди так привыкли к тому, что все всегда есть, что ситуация, когда вот почему-то не оказывается, для них оказывается совершенно необъяснимой, и люди просто не могут понять, как же такое может быть, вот как. Я же не говорю про власть, я говорю просто про обычных людей. Не готовы, они сами не способны это делать. Только, например, взять да прочистить сливные вот эти вот стоки, которые засоряются бог знает каким мусором, поэтому вода туда просто не пролезает. Это психологический вопрос, я не знаю, как даже его решить. Да. Елена, спасибо большое вам, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Елена Линецкая из Нью-Йорка была со мной на связи. Всего хорошего.
И к другим темам. Окружная прокуратура Манхэттена сообщила, что пользователь Instagram AntivaxMoma из Нью-Джерси была обвинена в продаже поддельных карт вакцинации против COVID-19. Стоимость фейкового документа составляла $200. 31-летняя Жасмин Клиффорд из Линхерста, штат Нью-Джерси, также предлагала связать клиентов со своей сообщницей, которая работала в медицинском офисе в Патчоге, штат Нью-Йорк, и добавляла их имена в базу данных вакцинированных жителей за дополнительные $250. Кроме того, 13 человек были обвинены в том, что они купили поддельные карты вакцинации. Некоторые из них были идентифицированы как работники больниц и домов престарелых. В целом, по словам прокуратуры, Клиффорд продала около 250 поддельных карт вакцинации через эту схему, и около 10 ее клиентов доплачивали ее знакомые, чтобы быть добавленными в базу данных. В грузовом здании Нью-Йоркского аэропорта Кеннеди создается комплекс для размещения прибывающих афганских беженцев. Об этом сообщает The Post. Согласно наблюдениям, сотрудники МЧС устанавливают металлические перегородки для подавления массовых беспорядков и ограждения из колючей проволоки, а также складные стулья и столы. Военнослужащие выгружали из грузовика мебель, в том числе столы и подставки для кроватей. Кроме того, были доставлены сотни ящиков с водой, несколько холодильников и ящиков с едой. По крайней мере, 4 грузовика Нью-Йоркского отдела внутренней безопасности и экстренных служб также стояли снаружи. Сотрудник национальной безопасности на месте подтвердил The Post, что это делается для прибывающих афганских беженцев. Ожидается прибытие афганских беженцев в Нью-Йорк после того, как США завершили вывод войск из Кабула. Белый дом все еще отказывается сообщить, сколько афганцев примут Соединенные Штаты. По словам официальных лиц, с 14 августа на американских военных самолетах было вывезено более 104 тысяч мирных жителей, в том числе 6 тысяч американцев. В настоящее время афганцев, прибывающих в США, доставляют на различные авиабазы, включая Форт Ли в Вирджинии, Форт Блисс в Техасе, Форт Маккой в Висконсине и базу в Нью-Джерси. Дополнительные пункты создаются на базе корпуса морской пехоты Вирджинии Куантика, а также на базе ВВС Халаман в Нью-Мексико. Министерство обороны заявило, что авиабазы смогут принять 50 тысяч эвакуированных, и они рассчитывают достичь этого уровня к 15 сентября. Талибы выставляют на показ свои новые военно-воздушные силы в небе над Афганистаном. А онлайн-видео демонстрирует вертолеты американского производства Black Hawk, пролетающие над улицами Кандагара. Непроверенные кадры, опубликованные в твиттер-аккаунте Talib Times, который, кстати, утверждает, что он является официальным новостным агентством Исламского Эмирата Афганистан, показывают человека возле UH-60 Black Hawk за день до ухода войск США из страны. Наша авиация. В это время вертолеты ВВС Исламского Эмирата летают над Кандагаром и патрулируют город, говорится в твите. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у США нет полной картины оборонных материалов, попавших в руки талибов. Эти Black Hawk не были переданы талибам, они были переданы силам национальной безопасности Афганистана, чтобы иметь возможность защитить себя по конкретному запросу президента Ашрафа Гани, сказал Салливан. По некоторым оценкам, у талибов вертолетов Black Hawk больше, чем у 85% мира. США отказались от военной техники на сумму $85 миллиардов. Ко мне на связи присоединяется Антон Попов, инженер, бизнесмен, автор. Антон, добрый вечер. Вечер у вас, да? Да. Доброе утро, Аляска. Добрый вечер, Европа. Аляски, у нас утро. Вы знаете, вот в этой истории с Афганистаном мне, например, очень непонятны некоторые моменты. Возможно, вы мне сейчас просветите и объясните. Да? Первый и самый главный вопрос касательно техники. Вертолеты, вот эти все оборудования. Если Соединенные Штаты заявляют, что не могут уничтожить или невозможно вывести, очень дорого это все вывозить. Почему просто нельзя было тогда уничтожить как-то эти вертолеты, чтобы они не достались террористам?
Ну, Артем, смотрите, вы исходите из некой логики какого-то, ну, там, условно назовем логики здравомыслящего человека о том, что там при отступлении, значит, технику надо уничтожить, врагу не давать. А почему вы решили, что это то целеполагание, которым, собственно, руководствовались те люди, которые принимали это решение? Да, то есть я, например, не вижу в этом ничего такого нелогичного. То есть давайте так, несколько шагов назад. Значит, группа людей, которые принимают решения, которые сейчас находятся во власти в Соединенных Штатах, значит, пока абсолютно успешны во всех своих начинаниях, начиная от подготовки к выборам, значит, когда там, с мая, по-моему, да, там, понеслись эти, значит, боевые отряды громить города и села. Значит, они одну высотку за другой, сейчас они уже вон на большом белом холме сидят во всех кабинетах, прекрасно себя ощущают, там производят триллионы денег, которые рассовывают, пока не знаем по чьим карманам, но точно совершенно рассовывают. Поэтому давайте первое, значит, размышление о том, что это, извините за французский, некая рукожопость исполнителя, значит, либо там еще что-то, какая-то преступная халатность и так далее, мне кажется, достаточно, ну так, это для обывателя сойдет, но для тех, кто соображает и немножко там как-то логикой пользуется, не может быть. Да? То есть, если до этого все было прекрасно, да, то почему сейчас должно быть все плохо? Понимали о том, что это так произойдет, но не понимать невозможно, на мой взгляд. Абсолютно, конечно. Ну, значит, такие цели были поставлены, да, потому что, ну, давайте так, что, ну, вот тут начнем с первого, значит, что Байден вывел войска из Афганистана. И тут, значит, как в анекдоте, значит, слышал, говорит, что Рабинович выиграл машину, говорит, в рулетку. Ну, во-первых, говорит, не в рулетку, а в карты. Во-вторых, не машину, а квартиру. И в-третьих, не выиграл, а проиграл. Значит, так и здесь. Значит, не вышел из Афгана, а вошел во внутреннюю политику. Не проиграл, а выиграл. Да, значит. И, ну, собственно, как в анекдоте. Потому что, ну, что-то. Все действия, вот все действия, которые производит любая администрация Соединенных Штатов, нужно рассматривать в первую очередь с точки зрения внутренней политики, потому что на внешнем им наплевать. 90% населения Соединенных Штатов не очень ориентируется на карте мира. А на политической карте мира, я думаю, что 95% не ориентируется в принципе. Не буду приводить примеры из личной жизни, значит, ну... Почему нет? Ну, окей, можно. Значит, я как-то, будучи в Бостоне, встретил, ну, я заблудился, и я спрашиваю, как пройти там, забыл, на какую-то, на улицу Ленина. Значит, дядечка вполне себе бостонский джентльмен, ну, мне пока сказал, потом говорит, слушай, говорит, у тебя акцент, говорит, какой-то странный, ты, говорит, из Техаса? Я говорю, нет, говорю, я из России. Он так почесал башку, так секунд на 30 залип, а, говорит, это недалеко, а, я, говорит, я говорю, что я из России, я из Петербурга. Он такой, да, точно, говорит, это недалеко от Китая. Бинго. Ну, хотя вроде с виду образованный товарищ. Но не суть. Значит, и все абсолютно ориентировано во внутреннюю политику. Смотрите, сколько уже, да, уже вторую неделю из всех утюгов все левые, правые, провластные, оппозиционные, да, вот любые средства массовой информации, все обсуждают вот этот фальшфойер, да, то есть вот ракета или там, значит, транспортное средство, да, в которой находится вот нынешняя администрация, выпустила фальшфойер, и все вот начали на него гавкать, и уже там вторую неделю обсуждают вопрос Афганистана. Ну, нехорошо ли это? Это просто прекрасно, да? Потому что то... С другой стороны, ведь обсуждения этого недостаточно. Ну, обсуждают люди, ну пусть неделю, ну две, ну пусть даже месяц. А какой толк с этого? Для чего тогда нам это нужно? А посмотрите просто, что в тени происходит. Это надо бы повнимательнее посмотреть, потому что там, скорее всего, Пелоси сейчас протолкнет какой-нибудь свой очередной Green Deal, в который будет засунуто
какое-нибудь количество положений из непрошедшего вот это HR-1 закона там. Ну, для этого нужно сидеть в Сенате, в Конгрессе и смотреть, что в это время туда народ подпихивает. Я не являюсь, так сказать, там свечкодержателем в этом месте. Но наверняка есть люди, которые следят специально, и у вас наверняка тоже есть какие-нибудь корреспонденты, которые специально следят за тем, какие законопроекты там проходят, какие решения. К примеру, например, даже неплохо вот эту историю пообсуждать вместо, например, неисполнения судебных решений, значит, Сената Марикопы, где проходит аудит, и который показывает степень беды, да, вот с этими выборами 2020 года. Всяко лучше пообсуждать, значит, вот афганские проблемы. Да. Антон, ну вот смотрите, я, допустим, сталкиваюсь тоже с людьми, и все как один ругают Байдена за то, что, ну вот, за эту проблему с Афганистаном. При этом все эти же самые люди говорят, что это было правильное решение, выйти из Афганистана нужно было. Тогда что люди, вернее, что тогда Байден сделал не так? Почему тогда его ругают? Я повторю тезис изначально свой. Ну, во-первых, я считаю, что Байден недееспособен. Вы уж меня извините, значит, и то, что он там что-то принял, звучит как некий оксюморон. Ну, люди, которые находятся у власти. Я вот таким, значит, это заменяю за конструктом, да? А что неправильного-то они сделали? Они все, с их точки зрения, еще раз, с их точки зрения, они все сделали правильно. С нашей точки зрения, они абсолютно сделали неправильно, наплевав на судьбу тех там тысяч людей, которые там остались. Ну, это мы с вами вот так вот считаем, да? А с их точки зрения ничего личного, только бизнес. Порассуждать с вами, да, если мы понимали, что... Если Америка уйдет из Афганистана, талибы придут, просто этому давали более какой-то другой срок, там 2 года, но случилось это раньше. Ну, все же предполагали, что это случится. Более того, все к этому призывали, и на самом деле это нужно было сделать лет 15 назад. Да, но... Ну, смотрите, значит... Не так просто оттуда уйти. Значит, это слишком много интересантов вокруг. Ни для кого не секрет, что основной продукт экспорта Афганистана – это наркотики. Значит, вокруг этого наркотрафика битва идет, я так понимаю, еще с опиумных войн, устроенных в Великобритании, значит, в тех краях. То есть уже там 300 лет или 2-ю, я уже, там, небольшой я спец в этих датах. Значит, свято место пусто не бывает. Так или иначе, мы сейчас скоро увидим, кто этими делами там начнет заниматься. Все, что я наблюдаю, сейчас там уже выстроилась очередь желающих, включая премьера, значит, Турции, товарища Эрдогана, который уже сказал, давайте мы возьмем на обслуживание аэропорт. Переводя, значит, с эрдоганского на русский, получается, мы хотим взять 1.5 метра границы, значит, и абсолютно спокойненько на этом метре, значит, рулить тем, чем нам надо там рулить. Почему нет, да? То есть, ну, все же хотят, да? То есть, все хотят немножко сладкого со всей этой истории. По поводу того, оставленной техники, ну, 2 тут момента есть еще. То есть, если смотреть это на, как на бизнес, значит, момент первый, оставленная техника, как в театральных, так сказать, сюжетах. Если в первом акте висит ружье, то в последнем оно должно выстрелить. Значит, если вы оставляете там на 80 миллиардов техники, значит, ее либо продадут и поменяют на патроны, либо там что научатся будут использовать, либо там еще что-то. С другой стороны, там вот, вот еще такая мелкая мыслишка, значит, что вытеснить АКМ и заменить М-16. Ну, в глобальном смысле, да. То есть вытеснить советскую технику и заменить ее... техника американской. Что вы для этого делаете, когда, например, вы продаете, вот, например, что делала фирма Apple в школах разных стран, да? Она в школу предоставляла компьютеры бесплатно. Значит, ну, да. Вот и классы, там были компьютерные классы, все оборудованы эти MacBook Pro, там каких-то предыдущих версий списанные, там, условно говоря. Но при этом детки все подсаживались на MacBook, и когда они, значит, там вставал вопрос о том, что купить, все там, мама,
папа, купи мороженое и вот этот MacBook. Ну, почему бы не сделать то же самое в этом регионе? Регион будет воевать всегда, да, в ближайшие там какое-то количество сотен лет. Опять ничего лишнего, да, то есть рынок оружия там неплохой. Да? Он большой, вечно пополняемый, тем более там нужны боеприпасы, да, то есть и Китай сильно, видите, сразу возбудился на эту тему. Потому что Китай производит АКМ, а не М-16. Значит, по этой линии, ну, я не думаю, что это там какая-то основная линия, но просто как такой штрих к портрету. Ну, почему нет? Может быть. То есть замещение оружия, это, на самом деле, это очень непростая история, потому что вот страны, например, которые были в, как это называлось-то, в социалистическом лагере, да, при перестройке на евро-натовские истории, огромная проблема переналадить производство боеприпасов и куда утилизировать старые. Да? Вот там вот это, да, то есть купить новый автомат, там мозгов много не надо. А перенастроить там производство, закупку оружия и запчастей к этому автомату, вот это проблема. Так что по поводу того, что кто там Байдена ругает и почему так плохо, ну, опять, да, я считаю, что это все не является халатностью, да, то есть его ругают за то, что вот он цинично пожертвовал судьбами людей, абсолютно цинично. Опять, когда я говорю «он», я имею в виду людей, которые за ним стоят и реально принимают решения. Да, пожертвовал, да, то есть, но при этом никто не обсуждает любые другие проблемы, которые на сегодняшний день в Соединенных Штатах существуют. Ну, к примеру, с моей точки зрения, там проблема номер один, значит, то, что из-за вот этой Grand Supply идет в тартарары экономика, да, то есть она держится в основном-то на малом-среднем бизнесе, удар по которому... Я не очень могу себе оценить степень, так сказать, ущерба, нанесенного в Соединенных Штатах на это, но в Европе эта степень ущерба просто гигантский, да, то есть европейская экономика на 80%, в некоторых местах на 90%, это экономика услуг, да, то есть это гостиницы, транспорт, такси, булочные, кафе, рестораны, это то, вот эти вот микросемейные организации, которые являются, ну, являлись до сегодняшнего дня, как будет завтра, мы посмотрим, основой стабильности европейской экономики, да? За исключением Германии. Германия, вот она, у нее там экспорт машиностроения большой, но Германия там сделала большие ошибки глобального характера имени мадам Меркель, и они профукали эту историю. Китай теперь перешибил экспорт, значит, короче, вытеснил Германию с ее привычных рынков, да, точного машиностроения. В Соединенных Штатах то же самое, да, есть же дальнобойщики, есть кафе, ресторанчики, там вот-вот все вот это является основой экономики, ну, подавляющего большинства штатов, насколько мне известно, да, но за исключением, может быть, каких-нибудь там индустриальных гигантов, которые пока живы, значит, там все хорошо. Ну, вот пример, где вот автомобильная была промышленность, да, то есть она была, все жили припеваючи, потом пришли дешевые машины из Японии, кирдык, раз, город умер. Значит, да. И получил Люси Легкоступову. Если говорить о перспективе, о дальнейшем развитии событий, да, мы, как вы считаете, можем ли мы говорить о том, что Америка будет как-то сотрудничать с Талибаном, или даже, может быть, какая-то война, перестрелка, или вот какая-то, я не знаю, месть со стороны Соединенных Штатов сейчас. Как вы думаете, возможно ли это? Не думаю. Я думаю, что сейчас вот все тут покричат, значит, заклеймят позором. И если это не станет, ну, каким-то вот таким триггером больших процессов внутри внутренней политики, то ровно следующим шагом будет какая-нибудь там челночная дипломатия, выплывет на сцену какой-нибудь Нью Киссинджер, который поедет договариваться через Китай, значит, через Туркмению, через Россию, еще через кого-нибудь, через того же Эрдогана, если там договорятся, чтобы аэропорт стал его, а не китайским, да, то, конечно, пойдут, господи, ну, конечно, будут этим заниматься. Проблема только в чем? Проблема в том, что, я думаю, этот риск вот эта группа товарищей у власти совершенно четко понимает,
что для них это может оказаться спусковым механизмом изгнания их с этой горы, значит, вот, властной, с вершин. Может такое случиться, потому что сейчас, вы посмотрите, уже и кое-какие, ну вот, члены демократической партии начинают, значит, в эту же дудку дуть, значит, что плохо, неправильно, нельзя, плохо вышли, там, и так далее. То есть, опять, это все будет перевернуто абсолютно на внутреннее, для внутреннего потребления в Соединенных Штатах. Значит, отдельные герои, вот типа вот этого ананасового экспресса, Pineapple Express, да, которые в частном порядке там побежали спасать оставшихся американских граждан в Кабуле. Да, наверное, будут. Да, скорее всего, эти истории будут как-то там заминать. Да, Соединенные Штаты в лице нынешней администрации нажили себе проблему с Джонсоном и с управлением, скажем так, Великобритании. Да, ну, неважно, кто ты и как ты, но если 36 часов, значит, твой ближайший там, союзник не может до тебя дозвониться, ну, это как-то неправильно. Значит, англичане вроде как даже уже там в парламент эту процедуру хотят запустить, там, сказать общественное порицание, а военные Великобритании прямо там с пеной у рта брыжут, значит, с тем, что Джо Байден должен быть предан трибуналу. То есть не суду, там, а как военный преступник. В чем-то они правы. Да? То есть, может быть, опять переводя это все с фальшфойеров, да, на язык понимания того, чего на самом деле где-то происходит, может быть, пришла пора сменить этого товарища на кого-то другого. Ну, ведь же, ну, почему нет, да? То есть, ведь я не очень хорошо знаком с глубокой историей Соединенных Штатов, но ставлю 10 центов, что такого президента в этой стране не было никогда. Значит, вот не было никогда. С нарисованными картинками, значит, на заднем фоне. Ну, то есть он весь нарисованный. Да, вот я вот смотрю репортажи. Я небольшой спец там в компьютерной графике. Но у меня очень обостренное чувство, когда, как это, частной собственности. То есть, когда меня хотят обмануть, я это вижу сразу. И, ну, это видно, да. То есть, вот последнее какое-то вот там было выступление. Ну, камера движется вместе с фондом. Ну, блин, ну, елки-палки, я уж вот человек дремучий. Мы вон тут с вами по скайпу с третьего раза соединились, да. То есть, ну, вот даже я вижу такие вот микрофоны поверх рук. Там, ну, зачем это все? Ну, то есть, ну, как-то это испанский стыд. Есть вот такое выражение. Да. Антон, спасибо большое вам за то, что вы нашли время, присоединились к нашей программе. Мне очень приятно с вами познакомиться и было очень приятно пообщаться. Спасибо. Звоните, большое. Пишите. Всего вам доброго. До свидания. Счастливо. Ну вот и в продолжении этой темы Талибан провел имитационные похороны для США и НАТО с гробами, задрапированными флагами. Сторонники Талибана выставили на показ гробы в восточном городе Хост в рамках празднования по всей стране вывода последних войск США. Гробы, покрытые также французскими и британскими флагами, пронесли через большую толпу, выстроившуюся вдоль улицы, ознаменовали конец 20-летней войны и поспешный и унизительный уход для Вашингтона и его союзников по НАТО. Некоторые из присутствовавших в толпе держали в воздухе пистолеты, другие размахивали флагами Талибана или снимали процессию на мобильные телефоны. Другие изображения, опубликованные в минувший вторник в интернете, показывают, что члены Талибана проходят через аэропорт Кабула в военной форме, предоставленной США. Некоторые размахивают сверкающими винтовками, а другие пробуют современные очки ночного видения или оценивают размеры вертолетов США. Владелица закусочной во Флориде заявила, что сторонники президента США Джо Байдена стали персонами нон-грата в ее заведении после взрыва террориста-смертника, унесшего жизни 13 американских военнослужащих в Афганистане. Вывеска на окне The Berry Diner прямо призывает потенциальных клиентов развернуться и уйти в другое место, если они поддерживают Байдена и его администрацию после терактов в аэропорту Кабула.
Если вы проголосовали за и продолжаете поддерживать и отстаивать никчемную, неумелую и коррумпированную администрацию, которая в настоящее время находится в Белом доме, которая причастна к гибели наших военнослужащих и женщин в Афганистане, пожалуйста, перекусите в другом месте, говорится на вывеске. Это было единственное, что я могла сделать, сказала Энджи Угарте, владеющая The Barry Diner, в течение 5 лет. Однако реакция покупателей была неоднозначной. Люди подходят к двери, смотрят на вывеску, разворачиваются и уходят. Но справедливости ради надо сказать, что некоторые посетители все-таки заходят на кухню и лично благодарят владельцу заведения. Греческая православная церковь Святого Николая, разрушенная во время терактов 11 сентября 2001 года, не откроется, как хотелось бы, в 20-ю годовщину трагедии. Нью-Йорк-Пост сообщает, что восстановление святыни еще не завершено, однако фасад уже готов, а поэтому его подсветят в годовщину терактов, как и другие здания в районе. Кроме того, сообщается, что 10 сентября в церкви пройдет первая за 20 лет поминальная служба, после чего строительные работы и иконопись продолжатся. И еще одно обновление в Манхэттене. На Таймс-сквер впервые в истории появилось колесо обозрения. Его высота составляет 33,5 метра, это около 11 этажей. Аттракцион располагается к западу от Даффи-сквер на Бродвее между 47 и 48 улицами. Развлечение это временное. Колесо будет крутиться до 12 сентября, но правда круглосуточно. Поездка стоит от 15 до 20 долларов. Но вот голый ковбой получил эту поездку бесплатно и по традиции исполнил песню. Well, I'm the naked cowboy at the new Times Square Ferris wheel. I'm the naked cowboy. I'm scared of heights, so I'll probably squeal. И в заключение еще одна новость, которой точно будут рады сценаристы голливудских фильмов. В бразильском городе Аракатуба вооруженные до зубов грабители напали на несколько банков, прикрываясь от пуль полицейских заложниками. Двое мирных граждан погибли в этой перестрелке. Один предполагаемый грабитель был нейтрализован, и двое его сообщников арестованы, сообщили службы госбезопасности страны. Уходя, преступники заложили несколько взрывных устройств в городе. Жестокое нападение произошло в ночь на понедельник в Аракатубе, небольшом городе в штате Сан-Пауло в центре Бразилии. Более 20 вооруженных мужчин на автомобилях, используя беспилотные аппараты для наблюдения за улицами, ворвались в город и ограбили местные банки, сообщил Альваро Камило, исполнительный секретарь военной полиции. Преступники использовали местных жителей в качестве живого щита. Они сжигали на своем пути автомобили, а также заложили по всему городу мины, ловушки, говорится в заявлении властей. В ходе перестрелки с полицией погибли 3 человека, 2 местных жителей и 1 бандит. Один из горожан потерял ногу при детонации одной из заложенных бомб. Полиции заявили, что 2 нападавших были арестованы. Мэр Аракатубы призвал жителей, в первую очередь школьников, не покидать дома до тех пор, пока вся взрывчатка не будет найдена и обезврежена. И на этом у меня все. Смотрите программу «Американский акцент» в следующее воскресенье вечером на RTN. Я желаю вам всего доброго и до свидания.